Милорды и миледи, присутствующие здесь, Тейрн Лагейн от страха вынудил бы нас отказаться от наших свобод и традиций. Он толкнул нас на этот путь, но должны ли мы доверять ему свою судьбу? Должны ли мы жертвовать всем хорошим ради его замыслов? Хорошая игра, Эамон. Но знаешь, никого здесь она не тронула. Ты попытаешься посадить на трон марионетку, об этом известно всем. Но хотелось бы задать вопрос, кто будет дергать за ниточки? А вот и кукловод. Скажи нам, страж, как орлесианцы отнимут у нас страну? Соизволят они послать сюда войска или просто отдадут приказ через этого якобы принца? Что они предложили тебе? Почем сейчас честь Ферлденца? Обилие беженцев в моих землях не позволяет в этом усомниться. Юг уже пал, Лагейн. Неужели ты из страха перед Орлеем отдашь порождением тьмы всю страну? Мор и вправду не выдумка, Вулф. Но нужны ли нам серые стражи, чтобы сражаться с ним? Они утверждают, что лишь они одни могут остановить Мор. Однако же при Астагаре они наглядно уступили порождением тьмы. Да еще и хотят привести с собой 4 легиона Шевалье. А если мы откроем перед Шевалье наши границы, можно ли надеяться на то, что они смиренно и без возражений вернутся после войны к себе домой? Что это значит? В Ферлдене нет рабства. Объяснитесь, пожалуйста. Эльфинаж уже не спасти. Еще не восстановлено то, что было разрушено во время беспорядков. В домах до сих пор лежат разлагающиеся трупы. В такое место я не послал бы и злейшего врага. Если сюда придет Мор, удержать Эльфинаж будет невозможно. Что бы ты ни думал об этом, страж, я исполнил свой долг. Как невелика моя жалость к эльфам, я сделал то, что было необходимо для блага Ферлдена. Хоу забрал моего единственного сына. То, что с ним сделали, после этого ни один лекарь не спасет. Хоу взрослый человек и знал, что делал. За все зло, что он сотворил, он ответит перед Создателем, как и все мы. Но довольно об этом. У меня есть вопрос к тебе, страж. Что ты сделал с моей дочерью? Ты увел силой мою дочь, нашу королеву, перебив при этом ее стражу. Что за хитрости ты применил, чтобы удержать ее в своих руках? Жива ли она вообще? Думаю, я и сама могу говорить за себя. Лорды и леди Ферлдена, мой отец больше не тот, каким вы его знали. Этот человек не герой реки Дейн. Этот человек увел свои войска и не стал защищать короля, когда тот храбро сражался с порождениями тьмы. Этот человек захватил трон еще прежде, чем остыло тело Кайлана, и держал меня в заперти, чтобы я не могла разоблачить его предательство. Я была бы уже убита, если бы не Серый Страж. Итак, влияние Стража отравило даже твой разум, Анора. Я хотел защитить тебя от этого. Милорды и леди, нашей земле и прежде угрожала опасность. Враги вторгались в ее пределы. Мы теряли ее и отвоевывали, и так было не раз. Мы, ферлденцы, доказали, что нас невозможно покорить, пока мы едины. Так не дадим же теперь разделить нас. Поддержите меня! И мы победим даже самый Мор. Страж! Я за стража! Южный предел поддерживает серых стражей. Недремлющее море поддерживает серого стража. Пик дракона поддерживает стража. Западные холмы голосуют за стражей. Храни нас, Создатель. Я поддерживаю Логейна. Без него у нас вообще нет надежды на победу. Я голосую за стража. Мор наступает! Нам не обойтись без серых стражей! Предатели!
Кто из вас выступил против Орлисянского императора, когда его солдаты топтали ваши поля и насиловали ваших жен? Эмон, ты когда-то сражался вместе с нами, заботился о благе этой страны, до тех пор, пока не состарился, и самодовольство не ослепило тебя, мешая понять, чем ты рискуешь. Никто из вас не заслужил право командовать. Никто из вас не проливал кровь за Ферелден, как проливал я. Как вы смеете судить меня? Так давай покончим с этим. Полагаю, мы оба знали, что до этого дойдет. Мэрик мне как-то сказал, что человека создает качество его врагов. Хотел бы я знать, кому из нас это комплимент. Мне или тебе? Довольно. Пускай собрание объявит условия поединка. Поединок пройдет согласно традиции. Бой с оружием один на один до тех пор, пока одна из сторон не запросит пощады. И мы, собравшиеся здесь, вынесем решение согласно исходу боя. Выйдешь ты биться со мной сам? Или выставишь защитника? Люди пойдут либо за тобой, либо за мной. Ради этого мы и сразимся. Приготовься! Оценил тебя, Страж. Мне казалось, ты вроде Кайлана, дитя, которому вздумалось поиграть в войну. Я ошибался. В тебе есть сила, какой я не встречал в людях с тех пор, как умер Мэрик. Я сдаюсь. Стойте! Есть и другой выход. Терн — испытанный воин и знаменитый полководец. Он может нам пригодиться. Пускай пройдет посвящение. Во всем Ферелдене настолько трое, а у нас есть веские причины собрать как можно больше стражей до сражения с архидемоном. Посвящение само по себе часто завершается смертью. Если он выживет, ты получишь полководца. Если нет, отомстишь врагу. Разве это тебя не устроит? Нет, нет и еще раз нет. Риордан, этот человек бросил на смерть наших братьев, да еще и обвинил в этом нас самих. Он преследовал нас, как диких зверей. Он пытал тебя. Как мы можем все это забыть? Стать одним из нас — это великая честь, а не наказание. Сделав его серым стражем, ты унизишь всех нас. Я никогда не признаю его братом. Никогда! Логейн — предатель. Он для нас ценен так же, как удар кинжала в спину. Или ты забыл, как он проявил свой полководческий дар при Астагаре? Я не хотел быть королем. И сейчас не хочу. Но если это нужно, чтобы Логейн получил по заслугам, я так и сделаю. Я приму корону. Ты только его послушай. Теперь понимаешь, какой отвратительный выйдет из него король? Свои эгоистичные желания он ставит выше нужд страны. Как ты можешь его поддерживать? А я думал, что ты никогда не нанесешь мне удар в спину. Забавно, как не сбываются наши мысли. Алистер, возьми себя в руки. Ладно. Тебе так хочется, чтобы Логейн стал серым стражем? Тогда я покидаю Орден и женюсь на Аноре. Еще как обязательно. Извини, но ты не оставил мне выбора. Это можно обсудить позже. Мы заставляем собрание ждать.
Точно. А теперь, лорды и леди Ферелдена, нам еще предстоит собрать армию и победить Мор. То и другое возглавит вот этот воин. Мы не допустим, чтобы этой стране и впредь угрожал архидемон. Собирайте свои силы и ждите приказа стража. Завтра мы выйдем на битву с самой грозной опасностью в истории Ферелдена. И мы победим, потому что мы ферелденцы. Ради вашего блага, да отдайся ты этой скверне. Отныне и навеки ты серый страж. Понятно. И так свершилось. Мой отец жив. Хорошо это или плохо, но он теперь серый страж. Спасибо тебе за то, что дал ему возможность пройти ритуал. Наверное, это было нелегко. Поистине так. Мой будущий муж наверху, без сомнения, смотрит в окно и дуется. Он так похож на Кайлана. Это не дает мне покоя. Возможно. В нем уже сейчас больше твердости, чем было раньше. Видимо, твоя работа. Эрл Эамон отбыл в Редклифф и сообщает мне, что наши армии уже почти все собрались там. Я и сама скоро отправлюсь туда. Собери своих спутников и как можно скорее приходи к нам в замок Редклифф. Ты объединил Ферелден, серый страж. А теперь нам предстоит сразиться с Мором.